Более 10 тысяч кузбассовцев приняли участие в велопробегах к 300-летию образования региона. Самые массовые прошли в Кемерове и Новокузнецке. К широкомасштабной спортивной акции присоединились и междуреченцы. Отправились в путь около 500 человек. Стартовали от памятника Ленину и доехали до Весенней. Ударим велопробегом по бездорожью. Состоялся велопробег и в поселке Чебалсу. С самого утра на площадь Дома культуры «Геолог» стали подтягиваться мальчишки и девчонки из творческих коллективов для участия в спортивном мероприятии. Некоторые преодолели спортивную дистанцию на самокатах. Детская колонна стартовала от Дома культуры и проехала по улице Геологов до 7-й школы.